Ну вот, сделал из пресса такой станочек для снятия пружин со стойки. Процесс не буду показывать. Накачивание, зажатие. Все понятно, туда все одевается. Все хорошо. Пич. Одной рукой неудобно. Вот. Ну все. Сейчас будет поднятие. Такие крючочки сделал. Вот так вот это все снизу фиксируется. Просто две пластинки и болтик с гаечкой. Все, останется потом покрасить и будет красота. Ну, вот так вот. Сейчас подымем это дело медленно и уверенно. Это бока на правляшке, так скажем, поднимаются. Так, где-то что-то зацепилось. Надо где-то что-то поправить. Угу. Ладно, удалимся на рекламную паузу.